перед нами происходит в разрезе ликвидация какой-то коммунальной аварии. Вот, медицинская авария произошла, потому что врачи приехали ее ликвидировать. Вот они тащат избушку, видите, из подвала. И через этот порт попадают снова как бы вот в пространство города. Вот. А здесь все нормально, никто ничего не замечает. Ну, приехали, что надо работать.